За последние сутки коронавирус подтвердился у 892 жителей Одесской области, из них 288 одесситы и 604 жители других населенных пунктов. С начала пандемии в регионе болезнь обнаружили уже у 54 тысяч 840 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, из жизни ушло 27 человек. Это самое большое количество смертей от вируса за все время. А вот побороть недуг удалось 1176 пациентам инфекционных отделений области. Одесские больницы заполнены на 64%. В городе свободными остались лишь 39 мест. Напомним, правительство приняло решение о локдауне в период зимних праздников. Ожидается, что введение усиленного карантина и его соблюдение позволит снизить количество новых случаев инфицирования COVID-19. Якщо ми говоримо саме про такий локдаун, то згідно епідеміологічних показників, наприклад, за три тижні знижується до 80% кількість захворівших. Ми все ж таки вважаємо і будемо намагатися, щоб, і з приводу цього я звертаюся до вас, шановні українці, щоб з 8 по 24 січня були виконані всі ті правила, які будуть встановлені на території України.